Маргарита с юных лет ставила на красный. У нее один ответ: я на все согласна. Вот и вылезла гиена из глубокой глотки. Вечно стертые колени, рваные колготки. У нее своя война с кадровой ротацией. Опечалена она силой гравитации. Боевые телеса к полу приближаются. В точку ниже пояса декольте спускается. А так хочется летать, чтоб, как у Булгакова, над столицей вышивать не как все, а знаково. Только в этой небольшой и бездарной повести деньги тоннами, горой, и ни грамма совести. Правда, линии сюжета кое-где соблюдены. Как всегда, Марго раздета, правит бал у сатаны. Все в пустые чердаки набивает вату, чтобы стали мудаки в строй дегенератов, чтобы отправить убивать армию дебилов. Любит шмара танцевать на чужих могилах. Нет у нас пути назад, даже дворник знает. Говорят, за град отряд ведьма возглавляет. Слушай, может, драпанем, шепчутся салаги. Лучше нахуй поплывем, прямиком в Гаагу. Лучше честные суды, чем средневековье, там, где зэки и менты швабры мажут кровью.